Слушай, в тяпу мы сегодня 357 раз подали. Как руки вообще? Покажи, они там целые? Да, вроде хорошо набито все уже под пушками. Ну каково, серьезно? Просто больше половины подач в тебя. Ну первая установка была от Томаса, что сосредоточиться главное на приеме. И, ну, в принципе, я считаю, что я справился, не знаю, как со стороны, но думаю, что в принципе неплохо получилось. Но у тебя вот только первый сет с атакой было не очень. Это как раз-таки вот как непривычно большой объем приема или с чем связываешь? Да нет, ну мандраж. Немного волновался. Все-таки первый раз, можно сказать, в старте вышел, ну, да, на такой турнир большой. Ничего, во втором сете вроде переборол себя, уже наверстал, так сказать, упущено. Есть объяснение в первом сете, почему вся команда была, ну, немножко такая, как бы, не проснулись до конца? Сложно сказать, наверное, надо переговорить со всеми ребятами, просто разобраться, в чем дело. Так, конечно, хорошо, мы, по-моему, 10 раз, наверное, если не больше, ошиблись. В первом сете хотели, наверное, выбить их с приема, не получалось просто элементарную подачу подать. Вот с подачи, да, вообще у нас получилось 28 ошибок на подаче сегодня за игру. За 3 партии 23 было. Много, конечно. Будем работать, исправлять. Да, бывают плохие дни. Хорошо, что, так сказать, выровняли игру, выкарабкались и победили. Ну ты как раз-таки сам под конец почувствовал, да, подачу? У тебя есть, да, или те, или в принципе...